Отойдет, думаю. Отойдет. Снимай. О, хуже. Ну что, я не... Конечно. Поперек. Это же как-то должно соединяться. Кислота? Вода? Да, на воду похоже. Значит, там что стоит? Ну, теперь туда. Так, должно быть. Нет. Нашли засор в какой трубе. Туда залили соляную кислоту. 35%. Вот кипит. Здесь все чисто, здесь все чисто. Все сложно, но вот наша кислота. А где написано, что 35%? А вот. 35%. Ждем. Сейчас прокипит разъезд. Будем шампалить, продувать и запаивать дырочки. Вот что мы получили. Кислота кипит. Дольше погрева, раз вообще все стекло с него. Пробили. Вот это было забито среднее. Колено было забито, которое ближе к газу. Там газ, вот колено, оно было забито. Вот здесь. Наливаем еще кислоты. Все. Ты читал, что при нуждейке занимаются, они даже делают сами, не всякое делают. Это каждый нуждейке по разу. Все. И кипит. Да и помните, за всем ты выбираешь. Все, прочистили мы теплообменник. Теперь можно выкидывать. Либо запаивать и ставить на место. Теперь запаиваем. Амурный подсвет. Ну потом не это. Теперь здесь. В принципе, нормально, но тоже запаивается. Я уже боюсь смешать диоды. Соответственно, сняли, ну все получилось. Сейчас проверим на герметичность и убой. Как бы оно имеет. Вот получилось как новое. Можно продавать.
Многие так мучаются. Нет, скажу я.